Уже несколько лет подряд открытое первенство Саранска по пауэрлифтингу проходит в Рузаевке в спортивном зале «Русхимаша». Троеборцы из столицы Мордовии к такому положению вещей привыкли, поскольку в Саранске подходящего соревновательного зала не имеется. Также в город железнодорожников съехали спортсмены из Тарбеева, Дубенок и гости из Нижегородской и Пензенской областей. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Одним из главных фаворитов у юношей считался Сергей Тишонков из саранского клуба «Вымпел». На прошедшем первенстве России Сергей занял 4-е место, но показал результат одинаковый с бронзовым призером и не попал на пьедестал лишь из-за того, что его конкурент первым выходил делать упражнения. Тем не менее, Сергей включен тренерским штабом сборной России в число запасных и имеет хорошие шансы на участие в международных стартах. При этом пауэрлифтингом спортсмен занимается менее года. На первой тренировке я поднимал, присед был 80 килограмм, становая 100, и жим был 70 килограмм. Ага, сейчас жим 112, максимум был, становая 260, а присед 210. Еще одна сильнейшая юниорка, представляющая 13-й регион, бронзовый призер первенства России Екатерина Агеева, по разрешению тренерского штаба отдыхает и готовится к первенству ПФО по пауэрлифтингу, которое пройдет в Нижегородской области в начале апреля. А Сергей Тишонков уверенно выиграл не только в своей категории до 93 килограммов, но и в абсолютке, опередив Илью Панькина из Тарбеева и рузаевца Дмитрия Кидярова. У юниоров в абсолютной категории первенствовал представитель «Русхимаша» Гамид Вахидов. Вторым был спортсмен «Вымпела» Владимир Шендаков. Бронза досталась гостю из Пензы Максиму Решетникову. В командном зачете у юниоров лучший результат показала первая сборная «Вымпела». У юношей первенствовала команда «Тарбеевская Дюш». Соревнования показали, у взрослой сборной 13-го региона подрастает достойный резерв. Команда Мордовии по взрослым в этом году впервые в истории стала третьей на чемпионате России. Такого результата у нас еще никогда не было. Первое место заняла Москва, второе – Питер, и третье стала Мордовия. То есть мы обыграли такие миллионники города, но это большого стоит. Я думаю, все же спортивный комитет обратит на нас внимание, ну и как-то наградит наших участников.